Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередная будет прокачка одного из стареньких героев, который, в принципе, еще используется. Если вы смотрели вчерашний видос награждения победителя, где я проходил ему 7-6, если не ошибаюсь, нам нужен был Ара. Вот сегодня мы сделаем обзор и прокачку Ареса. Почему, для чего, сейчас я вам расскажу. Я буду его использовать на битве гильдий против Фрей. Посмотрим, что с этого получится. Конечно, не знаю, ли это получится, потому что против Фрей реально очень сложно что-то сопоставить, кроме там, грубо говоря, такой же Фрей. Но мы попытаемся. Так, где наш Ара? Вот он. Вот такой вот герой наносит урон. Сейчас у меня на первом скилле 3 вражеским героям, забирая их энергию на 20 единиц. Также налаживает молчание на 1 секунду, то есть они не могут использовать свои навыки. По талантику, давайте сразу ему талантик поставим. Давайте сделаем. У меня на основе есть с бастом, с бывашкой я вам показывал, с пактом. В принципе, по сути, нам от него много урона и не надо. Нам надо, чтобы он был живучий. И давайте попробуем вот такой вот вариант. Ради интереса хочу попробовать посмотреть, что с этого получится. Урон плюс деф, плюс 1 клетка. Не знаю, что у нас там по чарам попадет, в принципе. Так, у нас есть стойкость. Вот давайте такого вот сделаем. Так, плюс 1 клетка, 65% к атаке, также уменьшение урона входящего. Качаем ему. Давайте этими, потому что скоро будет перелимит. В принципе, можно будет на какашке продать. Такой вот вариант. Поставим ему ангела. 10-10, 6 героев. Забирает энергию на 100 единиц. Молчанка 5,5 секунд. Кулдаун 7 секунд. Чем герои хороши, я вам уже рассказал. По талантам, что можно ставить? Можно ставить ремку плюс ожива рунами, там, либо психощит рунами, как оптимальный вариант. Также неплохо смотрится с бастом. Возможно, используем священный огонь. Напишите в комментах, с каким талантиком хотели бы вы его увидеть. Я пока решил сделать плюс 1 клетку, потестить, посмотреть. Делаем ему эволюцию. Чисто герой для PvP локации, для битвы гильдии использовался раньше, сейчас он не так используется, но я вам уже не раз показывал, что от него есть толк даже против Фрей, можно ее блочить, особенно если вы его прокачаете на 12 скилл. Такс, поехали, прокачаем. Снарягу. Так, делаем аугментацию. Повышаем до 20, как обычно. Так, есть. Отлично. По созвездиям. Самый оптимальный вариант — это уклонение, чтобы он дольше выживал. Ну, у нас, в принципе, здесь не особо это интересует. Так, что по чарах у нас есть? Вот такое вот очищение. Так, а кому его поставить? У нас по героям тут стоит Бигфут. Давайте на Бигфута поставим 5, пусть пока будет. Такс. Есть, поехали. Попробуем сделать плюс 1 клетку рунами. Ему неплохо заходит. Вот она, плюс безмолвный выстрел. Плюс 1 клетка. Также шанс наложить молчание 12% на 1-2 секунды. Тоже, в принципе, неплохо. Вот такая вот у нас сборочка. Рунами мы ставим ему ремочку, чтобы он сразу включался.
Заберем с хранителя. Вот так вот, такой вот герой у нас. Давайте его немножко сейчас еще подкачаем. Так, не хватает мне значков почета. Вот так вот. Беда. Нам где-то надо 1,5 миллиона, где-то так. Так вот, думаю, должно нам хватить. Такс, поехали. По питомцам все рандомно, надхил питомцы. В принципе, даже неплохо слоник на нем смотрится, ангел. Ну, то есть по питомцам тут даже нечего рассказывать. По чарам, давайте так, плюс одна клетка неплохо смотрится. Но опять же надо смотреть по Википедии, сколько там клеток. Я, честно говоря, над этим не заморачиваюсь. Я просто так ставлю и тестирую, потом уже будет видно. Также подходит ему доспех. Можно плюс 25 урона. Но опять же, ему урон не особо нужен. Самое главное, чтобы он заблочил вот доспех. Плюс 25 жизни, в принципе, на нем будет неплохо. Ну, либо вот как мы поставили, плюс одну клетку. Так, поехали дальше. 5 миллионов нам надо. Сейчас мы сразу переведем его. Герой старенький, жизни у него немного. Можно попробовать с бастом его. То есть баст даст дополнительно и урон, и жизнь. Что тоже немаловажно. Вариант можно священный огонь. Вот я думаю, может священным огнем. Пишите. Если нравится такая идея, протестируем с СОшкой его. Тоже как вариант. Можно использовать на подземках против анубисов. Кто хочет, зайдите в вчерашний видосик, посмотрите. Я там показал, каким образом. Анубисы сейчас рождаются без энергии. Это очень помогает. То есть у вас проблем, в принципе, не должно быть. Так. Отлично, делаем ему. На запытый он неплохо смотрится. Единственное, надо, чтобы он первым ударил. Так, есть, окей. Давайте покажу вам его в рейде. Ну, в общем, он для всех PvP локации, но опять же, он очень быстро дохнет, поэтому думайте, что делать ему. Лучше всего, конечно, собирать ему доспех, чтобы выживаемость вот такой вот. Вот так вот он плочит, как видите, героев. Ну, как видите, урона у него, в принципе, хватает. Я вам скажу. Так, кто там против нас? Ронин. Ронин хочет нас убить. Давайте попробуем, пусть убьет, а мы попробуем запустить Атланта. Пусть убьется об Атланта. Вот так вот. Ну, то есть, такой вот герой, когда он блокирует, получается, и вы убиваете героя, даже если на нем стоит ожива, она не сработает. Герой умрет. То есть, в этом свой плюс. Герой дальник. Ну, вроде неплохо смотрится. Такой вариант. Так. Окей. То есть, я вам показал, как он работает. Поехали. Сейчас мы наколошматим ему на... Так, Анубис у меня, по-моему, с Римочкой стоит, да. Вот видите, Фрея. Вот собака не дала ударить. Так. Минотавр. Щуплик. Супер, мне нравится, когда Минотавр сам себя убивает. Это нечто.
Да, с таким темпом можно полчаса золото только одно фармить. Так, есть, окей, отлично. Делаем его вторую эволюцию сразу, качаем его на максималку и уже будем тестировать на максималке. Опять плюс 5, как видите. Это, конечно, прикольная акция. Все время по 30 коробов выскакивает. Я не знаю, у меня такое чувство, у меня скоро будет 1000 коробок. Я их не буду использовать, потому что некуда их использовать на героях. И так таланты стоят. Разве что будем тестировать ради шанса. Какой шанс выпадения, либо ждать каких-то новых талантов, не знаю. Ну, на английском сервере этих коробок немерено. Я не знаю, сколько там сейчас на русском дают, потому что я как бы там... Не качаю уже давно героев, мне некого качать. Что у нас дают? Ну, на английском дают неплохо. Показывали мне с АЭСа, там, по-моему, по 3000 кристаллов дают. Мне здесь не выскакивало, только такие вот награды выскакивают. Ну, тоже неплохо. Самые главные книжечки на каждого героя там прилично у меня уходит золотых книг, поэтому... Выгодно скупать именно такие паки, плюс еще дополнительно дают разные плюшки. Так, отлично. Еще немножко и сможем уже нормально, полноценно посмотреть на героя. Вот смотрите, как смотритель сносит. Так, отлично. Отличненько. Не хватило нам значков почета, жесть. Вот видите, при прокачке героя есть смысл вот это делать. Дополнительно будете получать неплохие плюшки. Не открывать полностью все. И... Так, окей, с этим мы разобрались. Делаем ему вторую максималочку. Так, плюс 66 книг. Что мы имеем? 11300 атаки. Это дофига для героя, честно скажу. Это очень много для старенького героя жизни. Как видите, 120 тысяч рунами у нас намного больше получилось. Ну, вот такая вот сборка. Поехали изначально в PvP локации. Посмотрим на него. Я вам покажу, начиная с забытой битвы. Ну, давайте пусть будет лягуха сзади на подстраховку. Вот так даже поставим их вместе. Попробуем. Вот там тоже ара есть. А чей ара первым заблокировал, вообще непонятно. Ну там ворожай был. В общем, не дали нам протестить. Так, тут мы сольемся. Так, обновим, давайте вот против этих попробуем. Видите, пока он бежит, у него еще такой есть нюанс. Если в забытой, сейчас мы переставим на последнюю скорость, не скорость атаки, точнее скорость атаки там свыше секунды, он может еще бежать. Он все равно позже включится, чем некоторые герои. То есть скорость атаки очень влияет на включение скилла. Если у него она у героя большая, то есть там 1500, он будет у вас бежать, хотя, казалось бы, вы все сделали для того, чтобы он ударил первым, там плюс одна клетка, да, но это не факт, что он ударит первым. Давайте против этого попробуем.
То есть такие герои лучше ставить чем подальше. Вот он заблокировал. Вот, кстати, против нас Фрей. Как видите, вот для чего я его качаю, чтобы он блочил Фрей. Он блочит Фрей, и все, и Фрей ничего не может сделать. То есть в этом вот плюс этого героя на сегодня. С того, что было раньше, если он там раньше был вообще мега имбовым, там без Зары, точнее с Арой было налегке, можно было пройти кого-то, потом появилась куча разных нюансов, которые убили его и многих героев в плане универсальности и используемости, то на сегодня против Фрея либо он, либо стан очень хорошо помогает. Как вы знаете, Фрея вот он заблочил, все, они не могут набрать энергию, использовать скиллы. Все отлично. Единственное, надо его... Мы еще по созвездиям его не прокачали. Если вы хотите, чтобы он выживал, то все-таки надо ставить уклонение по максимуму. Либо уже прокачивать там крит сопротивления, кто хочет жизнь. Ну, то есть вариантов как бы очень много. Давайте сейчас я его еще... По созвездиям качну. А то мы аугментацию то сделали, а... Не подкачали жизнь, точность. Ну давайте пусть будет жизнь, точность. Так, крит дамаг, ну по сути он пока ему не нужен. Так, крит сопротивление пусть будет. Еще крит сопротивление, может не так будут выносить его, потестим, почему бы и нет. Такс. Жизнь крит. Крит урон. Так, крит и крит урон. Вот так вот. Все, что хочешь, наловили. Поехали. Еще разок посмотрим на него в забытой. Вот против такого, вот я не знаю, сколько там у него. А, ну, опять же, Фрея, вот смотрите, сейчас он ударит, и все. И Фрея нам ничего не может сделать. Если на 12 вы прокачаете, это вообще будет супер. А так бы нас Фрея просто ушатала. Вот. Мне вот в этом плане он очень нравится сейчас, то, что можно трешевать против Фрея. Это мы будем делать на битве гильдии. Брать против Фрея Ару, я это уже показывал у себя на основе. Будем пробовать и здесь. Так, идем еще посмотрим на него где. Давайте на арене. Так, ну вот есть какой-то. Давайте создадим команду его. Возьмем. Так, есть. Находится он в критовой, как видите, гильдии. Вот он заблокировал их. И в принципе вот из-за этого, вот смотрите, он заблочил. Они просто не могут его толком убить, потому что они не могут активировать свой скилл. А с руки, как вы знаете, любой герой бьет очень слабо. Вот думаю, не будем его мы дергать. Давайте обновим. Вот повелитель бури есть. Надеюсь, он по центру тоже, да. Тут слабенькие герои. Но дальность видно сразу. Вот черепа, на черепа видели знак восклицания. Это сработал, сработала чара. Вот череп. Вот так вот черепа убивают под молчанием. Если на нем молчание, живо на нем не сработает. То есть он умрет без... доп таланта. Ну, вроде клетка плюс одна клетка есть, если я не ошибаюсь. Заметно, что он дальше бьет. Надо будет посмотреть потом, сколько у него все-таки дальность радиус атаки. Ну, в принципе, такой вот герой. Так, ну вот еще есть Махатма. Вот интересно будет. Махатма очень интересная.
Не смогла она, но хотя очень интересный герой. Тут, конечно, у меня смотритель просто выносит их всех. В общем, я вам уже покажу в дальнейшем этого героя. Героя стоит качать в любом случае. В некоторых локациях и на начальных левелах он вам очень поможет. Точно так же он поможет на седьмой кошмарке в определенных ситуациях. Это вы тоже увидите. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах, начиная с 80-го до выходных. Там идет отдельный конкурс на победителя еженедельного, поэтому не проспите свой шанс. Ссылочка в описании на основной, там уже рассказывается по допу. Все, всем удачи, всем пока.